Всем привет, дорогие друзья! Тут до меня дошло, знаете, прописная истина, скажем так. Ну, я живу же, да, там, занимаюсь своими делами, работаю там, передвигаюсь на такси и вообще, в принципе, просто живу, да, жизнедеятельность свою веду, так скажем, решаю какие-то свои задачи. И ну, по жизни я встречаю там каких-то людей, с которыми ну, возникает какое-то общение. Особенно, когда они узнают меня, они там начинают какие-то вещи у меня спрашивать. Там, ну, такие, там, например, «Анастасия, сколько ты получаешь там от Ютуба?» Или там «Анастасия, кто тебя там спонсирует?» Да, там. Я так призадумалась, поняла, вы на самом деле, вот я вас называю друзьями. Но все, кто вы ко мне подписаны, ну, по сути, вы же мне не друзья, вы же просто мои подписчики. Вы обо мне практически ничего не знаете. Вы знаете только то, что я вам сама показываю. Я решила вам рассказать и показать немножко больше о себе. И начинаю немножко, скажем так, страницу свою провести. Хочу ребрендинг небольшой. И теперь все видео, которые тут будут выходить, они будут выходить ну, в разных форматах, да. Если я что-то у меня там такое будет интересное. В общем, это сейчас я вам объясню, потому что это тоже нужно преподнести. Меня к этой мысли привел один таксист. Он меня вез домой, мы с ним разговорились. И он мне стал задавать вот эти вопросы, которые я вам озвучила только что. Я ему ну, ответила, говорю, блин, никто, кто меня может спонсировать, что за глупости, вы мне платите? Нет, а кто мне может платить? А YouTube не платит мне ничего, монетизации нет, да я ее не включала, монетизацию. Поэтому там включила, но там, не знаю, за полгода даже $100 не набежало это. Ну, какие-то вообще сущие копейки, да, потому что у меня мало подписчиков, потому что у меня нет цели набить подписчиков. Если бы она у меня была, я бы делала совсем другой контент, и я вас уверяю, уже было бы больше миллиона, и короче, вариантов много, да, или жопой голой крутить на камеру, там, или за ментами там гоняться. Я ни за кем не гоняюсь, я ни за какими темами не гоняюсь. Этот таксист меня спросил, какую сейчас тему разрабатываете, ему сказала, ты никакую. Я не гоняюсь за темами, за громкими эфирами, там, за какими-то заголовками. Оно мне не нужно все. Я просто живу, иду по этой жизни, вижу где-то, ну, что-то неправильно происходит, какая-то несправедливость. Ну, что мне делать? Ну, как мне решать, да, какие-то вопросы? Я, ну, блин, записываю видео, возмущаю общественность, расширяю свое информационное пространство, потому что, ибо как написано в Писании, Господь этот мир сотворял словом. Сначала было слово, а мы созданы по образу и подобию Божию. Значит, вначале мысль, потом слово, потом действие. Я мыслю, делаю какие-то действия, но словом это нельзя не подкреплять. И чем мое слово громче, чем его услышат больше людей, тем оно сильнее. Ну, это закон физики обыкновенный, да? И ну вот, в принципе, это, скажем так, начало, да, я буду с вами делиться какими-то мыслями своими о жизни, о ситуации в стране, об образовании, о всем. И, возможно, мы с вами познакомимся поближе и подружимся, и вы перестанете быть моими просто подписчиками, а станете моими друзьями, потому что это очень хорошо, когда человек находится в ладу и в мире с собой, и с окружающим миром и с людьми, потому что люди – это неотъемлемая часть окружающего мира, большая часть, да. Поэтому это очень хорошо. А хейтеров всех вас, я вас тоже люблю. Молюсь за вас Господу Богу. Прошу, чтобы Он дал вам разума, чтобы вы ну, немножко что-то там понимать начинали. Прекратили нести в этот мир вот это говно и стали, не знаю, добрее, что ли. И тогда и мир к вам станет добрее. Ну, я не буду записывать слишком долгие видео, потому что их не совсем интересно смотреть. Когда у меня будет немножко побольше свободного времени, я начну записывать, может быть, какие-то стримы верну.
пообщаться с вами в прямом эфире. Пока у меня нет такой возможности, физически нету времени. Пока это вот такое вводное видео, тем много для обсуждения разных всяких интересных. Я буду вас видеть, рада вас видеть здесь у себя и общаться с вами. Ну, на сегодня, наверное, пока все. Вводное видео, такая часть об объявлении небольшого ребрендинга страницы, переформатирование своей деятельности. Я вам впоследствии расскажу, зачем и почему я делала какие-то вещи, и какие у меня были цели, и добилась ли я их. Ну, это слишком много, в одно видео не уместить. Поэтому до скорой встречи. Пока-пока.